Там еще раз. Вот этот дебильный конь F3. Нет, я, мне не понравилось, что он был так хорошо готов. Меня это раздражает. Я не пойду еще раз туда. Вы белый цвет вообще не держите. Вообще-то именно мой белый цвет самый боевой. Вот черный не держит. Сол Е5 тогда. Ладно, не согласен, что это было ни о чем, в общем-то. Проиграем эту позицию. Проиграем или поиграем? Сначала поиграем, потом проиграем. Это мы уже понятно все. С ним надо в тактику уйти, как ни странно. Если ты выиграл у него одну партию в тактике, это не значит, что с ним нужно идти в тактику. Я выиграл у него две партии в тактике. Нет, первая была в... Первая была в тактике. Первая была во флагорубстве, если честно. Первая позиция была выиграна с ладьей двумя конями против ферзя. Она выиграна. Ну, она или не выиграна, с большим перевесом хотя бы просто. Это, конечно, позиция вызывает тоску. По-другому просто не скажешь. Кем бьем? Слоном? Ферзем, может, ничему? Не знаю. Выбивай. Ничего, что ты предложишь. Ну, может, так символически получше у меня, на самом деле. Именно что символически. Общеукрепляющий. По Высоцкому. Я боюсь соблазном сыграть ферзь за 3, ты понимаешь? Я не смог его перебороть. Почему пешкой? Ну, кстати, это боевое решение, это игра на победу, но можно загнуться. Ты знаешь, что как, ты, ну, такую статистику не заметил, что когда ты играешь на победу, ты загибаешься? Ну, что ж мне теперь не играть на победу? Да. Нет. У тебя ужасные пешки. Ужасно. Да, это, пожалуй, конечно, было. Чересчур. Ну, король F1. Ну да, да, так-то ничего страшного, Сэм. Зевнул бы мне что-то ладья C6, но пока не работает. Надо подвинуть короля. Как-то это все не выглядит странно. Ничего он здесь не зевнет? Е4 он сейчас грозит. Ну это не угроза. Вот считаем. Че, ничего не считаем, просто ладью возьмем. Ладно. Ушел. Сюда. Сюда ушел? На коняшку напал. Я его на b5 провоцирую, может быть зря. Ну, ушел. Теперь вот эта слабость. Да, прогресс великий. Нет, если сейчас удастся на нее напасть и окучить, то это будет великий прогресс, действительно. Нет, он всегда ее держит. Думаешь? Ну, конечно. Я не уверен. H3. Ну, нападаем потихоньку. Да, тут правильный ход. Да, и конь опять нету, да? Ну, две ладьи не так сильны будут, придется H3 играть. Ой, у меня план вообще-то. Да, сюда коня вести. Он там хорош. У него вот конь. Говно. Нормальный конь. Я сейчас, если он сейчас вот эти пешки начнут сыпаться, я просто проиграю сразу, потому что у него ферзевый фланг протянется. Позиция обоюдо острая. И с другой стороны, если я на c6 съем безнаказанно, то я выиграю, конечно. Он привел, да, сюда. Может быть, h5 с идеей конь g5? И потом e4? e4 надо как-то проводить, в любом случае.
Значит, на ладью переставил. Ну, теперь у тебя конь пришел куда-то. C5 сразу будет. И чё? И нехорошо. Вообще, не нравится это, мне не нравится это изменение. Надо профилактику уже применять. Ладья c1. Что, ничья, что ли? О, отлично. Боевой шмот есть. Не уверен, что это боевито здесь обосновано было. Пешка вообще здесь. Может, и обосновано. Король f3. Это важнее? Да, эта пешка опаснее. Чего же не взял-то? А, нельзя было? Да, против коняшки тяжело. Да, выбиваю пешка лишняя. Ну, топай куда-нибудь. Нужно пешку съесть. Нужно пешку съесть. Ну я очень стормозил на ходе король опять. Мне неудобно вот этой мышки. А еще и будет матч? Не знаю, я вызвал. А, он ушел. Видишь, деклайн. Ну это был интересный матч. Он играл плохо, я играл хорошо. Он играл быстро, я играл медленно. Поэтому счет закономерен.